Привет, YouTube, привет. Опять вопрос о маленьких ковырялочках. Вот тут я занимаюсь этим капотом побитым. Вот, и чтобы удобнее было лазить по паукам, вот, сделал с таким отступом, вот, чтобы удобнее было заходить и ковыряться. Вот. Также, ну и здесь. Если бы он был прямой. Так вот, нашел я, не знаю, где эту железячку. Вот, и решил сочинить крючок. Она, в принципе, гнется. Вот. Но таким образом, на скручивание, думаю, работать будет. Немножко я тут ее точил-точил и решил кончик чуть кольнуть. Нагрел, осудил. Вот. Ну, сейчас скажу размеры. Значит, исходные размеры были. У нее ширина 4 мм. Вот здесь вот толщина 2,5, но здесь окончание я уменьшил, сточил до 1,25, вот, чтобы оно заходило как бы через шовную мастику, там где-то вот проталкиваться, прошириваться, где-то залезать, вот, чтобы потоньше было. Ну, не знаю, сейчас будем пробовать, испытывать. Вот такая вот ковырялочка получилась. Еще раз повторюсь, не знаю с чего, может там с какого-нибудь... С какой-то поделки. С какой, даже без понятия. Это могло быть все, что угодно, бытовое. Вот. Есть у меня еще тут. Вот. Но опять же, все это как бы не очень столистое. Вот. Все это нержавейка. Находилась либо там, либо там. Но, увы, она мягковатая. А вот это более-менее так вот. Столистая. Поэтому я вот с нее решил такой вот крючочек. Могу сказать, что экстра-класс, конечно, он тут гнется, мнется. Вот, на скручивание работает неплохо, а вот в остальном во всем. Ну, во всяком случае, худо-бедно. Вот она залазит, проникает куда надо. Вот. И как мы можем это видеть, он ковырять им довольно-таки успешно можно. Я извиняюсь, если плохо видно. Вот, опять же, вот под усилитель он заходит. И опять же, вот, как мы видим. И работает. Надо немножко, конечно, к нему привыкнуть. А так вот я сейчас вот одно из неудобных доселе мест довольно-таки быстро и эффективно поднял. Вот оно, это место. Здесь был такой провальчик. Точно так же, как и вот. Есть тоже такой провальчик. Плохо их видно. Вот, крючок элементарно добирается до всех мест. Я, к сожалению, не могу и снять, и показать. Вот, но, на мой взгляд, он, скажем так, несколько хлипковат. Вот, вполне возможно, что если его взять... Уменьшить по длине, допустим, вот этот загиб сделать здесь. И опять же укоротить его, естественно, тем добиться более высокой жесткости. Вполне возможно, что он начнет работать более, так сказать, жестко. Вот, и в руках его пожестче будет держать. Ну что, вот, так что жду, так сказать, комментариев. Ну, умных, а не глупых, типа, нафиг ты это снимаешь. И там еще что-то в таком роде, что это фигня, купи фирменные крючки. И вот-вот в таком, в негативном плане. Вот, можете не писать сразу, скажу, буду банить. Вот. А людей, которые как бы хотят делать инструмент своими руками и его работать, и опять же умные и полезные какие-то комменты, я только буду приветствовать. Ну вот и все. Пока что вот этот крючочек примерно свою форму и размер получил. Вот такой. Значит, 4,
2. Здесь вот где-то 12-15. Ну и тут. Вот такая вот ковырялка получилась. Привет, YouTube, привет. Опять вопрос о маленьких ковырялочках. Вот тут я занимаюсь этим капотом побитым. Вот, и чтобы удобнее было лазить по паукам, вот, сделал вот с таким отступом. Вот, чтобы удобнее было заходить и ковыряться. Вот. Также, ну и здесь. Если бы он был прямой. Так вот, нашел я не знаю где эту железячку. Вот, и решил сочинить крючок. Она, в принципе, гнется. Вот. Ну, таким образом, на скручивание, думаю, работать будет. Немножко я тут ее точил-точил и решил кончик чуть кольнуть. Нагрел, отсудил. Вот. Ну, сейчас скажу размеры. Значит, исходные размеры были. У нее ширина 4 мм. Вот здесь вот толщина 2,5. Но здесь окончание я уменьшил, сточил до 1,25. Вот, чтобы оно заходило как бы через шовную мастику, там где-то вот проталкиваться, прошириваться, где-то залезать. Вот, чтобы потоньше было. Ну, не знаю. Сейчас будем пробовать, испытывать. Вот такая вот ковырялочка получилась. Еще раз повторюсь, не знаю с чего. Может там с какого-нибудь, с какой-то поделки. С какой, даже без понятия. Это могло быть все что угодно, бытовое. Вот, есть у меня еще тут, вот, но опять же, все это как бы не очень столистая, вот, все это нержавейка, находилась либо там, но, увы, она мягковатая, а вот это более-менее так вот столистая, поэтому я вот с нее решил такой вот крючочек. Не могу сказать, что экстракласс, конечно, он тут гнется, мнется. Вот, на скручивание работает неплохо, а вот в остальном во всем. Ну, во всяком случае, худо-бедно. Вот он залазит, проникает куда надо. Вот. И как мы можем это видеть, он ковырять им довольно-таки успешно можно. Я извиняюсь, если плохо видно. Вот, опять же, вот под усилитель он заходит. И опять же, вот, как мы видим. И работает. Надо немножко, конечно, к нему привыкнуть. А так вот я сейчас... Вот одно из неудобных доселе мест довольно-таки быстро и эффективно поднял. Вот оно, это место. Здесь был такой провальчик. Точно так же, как и вот. Здесь тоже такой провальчик. Плохо их видно. Вот, крючок элементарно добирается до всех мест. Я, к сожалению, не могу и снять, и показать. Вот, но, на мой взгляд, он, скажем так, несколько хлипковат. Вот, вполне возможно, что если его взять, уменьшить по длине, допустим, вот этот загиб сделать здесь, и опять же укоротить его, естественно, тем добиться... более высокой жесткости. Вполне возможно, что он начнет работать более, так сказать, жестко. Вот, и в руках его пожестче будет держать. Ну что, вот, так что жду, так сказать, комментариев, но умных, а не глупых, типа, нафиг ты это снимаешь, и там еще что-то в таком роде, что это фигня, купи фирменные крючки, и вот-вот, в таком, в негативном плане. Вот, можете не писать сразу, скажу, буду банить. Вот. А людей, которые как бы хотят делать инструмент своими руками и его работать, и опять же умные и полезные какие-то комменты, я только буду приветствовать. Ну вот и все.
пока что вот этот крючочек примерно свою форму и размер получил. Вот такой. Значит, 4, 2, здесь вот где-то 12-15, ну и тут. Вот такая вот ковырялка получилась.